производство искусственного мрамора условно делится на три этапа. Первый этап – обработка форм разделительными воском. Второй этап производства – это напыление гель-кота. Гель-кот служит декоративным слоем для изделий искусственного мрамора, оникса и гранита. После напыления гель-котом форма передвигается по конвейерной системе на гипостол. Для дальнейшей сливки от нее масло. Следующий этап – приготовление замес смеси. Следующий этап – заливка массы в форму. После полимеризации изделие извлекается из формы. Здесь готовое изделие после обработки облоя.